Жители двух сел Жена Курганского района в Кызылординской области впервые за долгие годы получат качественную медицинскую помощь, не выезжая из села. В аулах Акумиенбе, где в общей сложности проживает около 1000 человек, сдали в эксплуатацию новые медпункты. Созданы условия для работы медперсонала и удобства пациентов. Есть процедурный дневной стационар и аптека. К слову, сейчас 80-тысячное население района обслуживает 36 лечебных учреждений. В прошлом году новые врачебные амбулатории сдали в аулах Сунагата, Сутокудык и Тугискен. В этом построили три медпункта. В следующем году планируем их открыть в селах Талап и Билибай. С их вводом вопрос строительства медпунктов в районе будет полностью решен. Сейчас проводится большая работа по оснащению лечебниц.